После многочасовой активной мозговой деятельности в школе большинству мальчишек и девчонок хочется дать свободу творчества. С этой целью организации досуга школяров занимаются городские центры детского творчества. Так, в Заволжском районе Ульяновска ЦДТ номер один посещает 1900 человек. В специально оборудованных кабинетах можно окунуться в ряд интереснейших профессий. Почувствовать себя пилотом военного самолета можно в Центре детского технического творчества вот на таком вот симуляторе. Также опытные педагоги рассказывают ребятам о том, как космические корабли бороздят просторы Вселенной, о первых полетах в открытый космос, об устройстве ракет и самолетов и многом другом, что сегодня, как говорится, в тренде. Мы реализуем программы всех шести направленностей, но приоритет отдаем технической направленности. Это и программы IT-сферы, сайтостроения, Scratch, графический дизайн. Также это программы робототехника, авиация. Для того, чтобы новый учебный год учащиеся встретили в комфорте и уюте, в учреждении проводят ежегодный плановый ремонт. В этом году он значительно больше, чем просто косметическая отделка. В Центре детского творчества при ремонтных работах большое значение уделяется безопасности. Так, при установке пластиковых окон теперь обязательно используются блокираторы, чтобы дети не могли самостоятельно открывать полноценно окна. Для того, чтобы открыть все же окно, используется специальный ключ. И вот в таком положении окно полноценно работает. Отмечу, что на территории Ульяновского региона работает 59 организаций дополнительного образования. Ежегодно при поддержке областного Минпросвещения и воспитания организуются кампании по подготовке образовательных организаций к новому учебному году. До 15 августа все образовательные учреждения области должны пройти проверку на соответствие требований Санпина и Роспотребнадзора. Антон Никонов и Даниил Сурков, Управда ТВ.